push me and when my touch me and what get my satisfaction. Push me and when my touch me and what get my satisfaction. Все, ты теперь красивый. На, убирай. Всем привет, всем привет. Вы на канале Пиратская жизнь. Че, девчонки, о? Вовка потеет, как лошадь. Приходится вот ему кремом мазюкать, а я намылась. Слушайте, смотрите, какая красота. Смотрите, как у меня прическа классно лежит. Просто обалденно. Цвет немножечко стабилизировался. Кстати, он немножко смоется и будет более светлый. Более такой легкий. Потому что все-таки меня обесцвечивали. Мы сейчас едем гуляться, гулять. Плюс Вовка сказал, что-то у него там в машине. Что-то ему там сделать надо. Сейчас сидел, рылся в своих инструментах. Мама шила мне штаны из березовой коры, чтобы попа не потела, не кусали комары. Мама шила мне штаны из березовой коры, чтобы попа не потела, не кусали комары. Блин, песня это пристала. Это крается. Ай-яй-яй. Это поворот бесконечной реалии. Ай-яй-яй. Та-ра-та-ра-та. А выходит аномалия. Ой, какой модный. Какой модный, какой красивый. Ну, Вовка, ну ты прям красивый. Красиво. Ты вошла в мою грешную жизнь. Оп, телефон. Красиво. Ты ушла из-за нее. Но игра сбила мне душу. А ведь это совсем... Классные, кстати, шлепанцы вообще обалденные. Ну, правда, мне немножечко на это, на топ сбоку. Где-то мне что-то немножко давит. Моя доза. Моя доза счастья. Все, пойдем. Мама шила мне штаны. Сначала Волгин зайти, что он сказал. Мама шила мне штаны из березовой коры. Чтобы попа не по... Что это такое? Ты ж пачкаешь уже? Да. Да, ты да. Ох, как здорово. На голове просто прям бам-бям, бам-бям. Не очень хорошо. Такой, знаете, светлый-светлый беж. Обалденно. Зато когда корни будут отрастать, вообще будет не видно. Аще от слова совсем. Так, что у меня тут? А ты что мне сюда положил? Куда выложил, тебе положил. Да? Угу. Положи туда, обратно. Завтрак у меня выложил. Смотри, что у меня лишнее. У тебя все лишнее. Ага. Почему? Ну, убери. Вся спина у него потеет. Это вся спина. Нафига вот ты одеваешь эти как кроссовки? У тебя есть шлепанцы, точнее не шлепанцы. Сандали нормальные. Мы здесь талант привозили, хорошие, кожаные. Нет, вот эти, так сказать. До последнего. Давай. Не могу одной рукой. Все, мы пошли гулять. Там, кое-что сделать надо. Мама шила мне штаны из березовой коры, чтобы попа не потела, не кусали комары. Нифига себе, у них тут нет. Вообще, фиг пройдешь. Там все завалено. Все завалено. Да уж. У вас используется прям вообще популярностью. Очень сильный. Мне нравится отыскать. Вот, не пойму. Обувь меряю. Для чё? Этой бабушки и обувь. Чё? И что? И что такого? Что тебе не нравится? Там тоже обувь продают. Кстати, мне вот предыдущий понравился, первый, который она мерила. Вот бабушке нравится, что там нету этого. Чего? Ортопедической этой. Стильки? Они плоские. Не, ну, кстати, вот первый, который я намерила, мне больше понравились. Вот, и а второй это как-то... подошва классная, там наклеена именно вот эта вот резиночка, которая не скользит. Ой, эксперт. Он достал у меня своей машиной. Что-то с Иваном созванивался. Он говорит, залей там омывайку. Вот сейчас идем заливать омывайку. Что-то там он с аккумулятором что-то там подкрутить ему сказал. Я говорю, поехали погуляем. Нет. Мы сейчас все сделаем, она должна постоять. Все, тащит меня, понимаешь, что устала. Прям уже начался с машины, как с ребенком.
А я тут туда-сюда. Я говорю, давай я дома посижу, пока там все будешь делать. Нет, пошли. Он завтра со мной просится, говорит, не хочешь? У вас там это, на маникюре, можешь там посидеть, кофе попить с плюшками? Я говорю, можно. Говорит, может, я с тобой? Я говорю, ах, хрен ли ты там забыл? Чё ты там забыл? Чё ты на ногти мои собрался? А ты будешь кофе пить, да? Ага. Типа вот я с ним хожу на барбершоп. Да, тебе же там наливают кофе. Хочется тоже, да? Нет, там вискарь не наливают, так что пардон. Это не тот салон. Там только конфетки максимум, я могу тебе упереть. И все, которые мне дают. Я на себе экономлю, тебе приношу. Просто плохой салон. Прям плохой салон, мне нравится. Вискарь не, блин, наливают. Вот видите, проблема у человека. Что он там сейчас накрутит. Беспроспротно, без присмотра Ивана. Вообще, знаешь, что крутить-то хоть, а? Иди отсюда. Нормально так. Накрутят сейчас. Зайка, зайка. Надо ее, кстати, помыть. Прямо сейчас поехали. Ну что она грязная такая? Нормальная. Нормальная. Грязная она. Сейчас открой мне тут, я хоть посижу. Ух ты, я хоть посмотрю, что у нас тут. И чё, она не открывается? Как её открывать, я даже не знаю. С какой стороны к ней подлазить? Владимир, покажите. О, сейчас такой. Там что-то нужно задеть, что ли? Оп, и всё. Ох ты, Вовка-то у меня, ох ты. Смотрите-ка. Проверь уровень масла. Как у тебя тут орало, что, оказывается, типа масла нет. Может, тебе подсветить что? Чё ты снимаешь, иди отсюда. Такой человек. Чё ты снимаешь, чё ты под руку лезешь? Стой. Я чё тебе что-то сказала вообще? Занимайся своей машиной. Устраивать мне истерики в своей машине. Истеричка. Вообще. Нафига я с тобой припёрлась? Иди отсюда, товарищ. Иди отсюда. Я вообще... Господи, вообще такая истеричка. Вообще. Вообще. Ой. Как мне с ним жить, девочки, я не знаю. Просто я, у меня, знаете, у меня ангельское терпение, что я этого терплю. Просто вот истеричка. Давай уже заливать свою вайку, да пошли. Надоел. Говорю, давай покатаемся, ни хрена. Нет, он должен постоять. Фига, он должен постоять. Ну. Достань там вот из багажника бутылку. Достань из багажника бутылку. Хожу, блин. Подсветкой работаю. Может, хоть фонарик выключишь. Все. Он почувствовал себя великим мастером. Сейчас он у нас теперь. Ну все, вроде все залил. Слава богу. Слушай, а вот этот щуп, это масло, да, проверять? Вот этот желтенький. Вот этот щуп масла проверяет, да? Контроль масла. Прикольно. Слушай, а ничего, она такая зажжевевшая. Она такая должна быть? Такая. Такая должна быть? Чтоб ты спрашивал. Чтоб я спрашиваю. Может, все-таки покатаемся? Конечно, я уже все сделал. А ты покатаемся. Ну ты мог ее потом, после того, как мы покатаемся. Должна там настояться какая-то фигня. Он сказал, вот так ей не подходить там полчаса. Давай здесь подойдем полчаса. Я, может, кататься хочу. Все хотят. Все хотят. Да. Все, вредный человек вообще, капец. Кстати, кто-то пиццу выкинул. Видать, кого-то хотели подкормить. Вов, она, наверное, вкусная. Давай съедим. Пицца. Может, кто-то голубей подкормил. Или что? Слушайте, вкусная. Пепперони. Блин, пиццу хочу теперь. Мазала Вовку. Поносил рюкзак, и вся спина мокрая. Он взял сумку свою, переодел. Какой смысл, я тебя мазала? Ну, вот у тебя вся мокрая. Видишь, тоже мокрая. Офигеть. Это как вот эти плечи были, да? Слушай, а у меня вот здесь нету от этой? Нет. Может, нафиг куда-то идти? Вон, я там пиццу видела. Пойдем там поедим. И все. Халява, Вова. Халява. Взять. Пицца. Халява. Взять. Какой кайф на улице вообще. Попрохладнее. Да, попрохладнее стало, хоть это, знаете, свежим воздухом подуло, потому что прям такое пекло было целый день. Сейчас можно прогуляться, спасибо.
Я хочу все-таки в KFC зайти, может, там мороженое появилось? Нет. Пойдем проверим. Вряд ли. Я все равно проверю. Мороженое. Пирожное. Я включила звук. СМС-ки приходят. В последнее время, кстати, звук вообще отключил. Чтобы меня не беспокоило. Чтобы вообще тишина и покой. Один спам. Один спам. Надоели. То один банк, то другой. То кредит возьмите, то еще один кредит. Я уже взяла, мне уже не дают. Хотя предлагают. Мне сегодня прислали. Да? Да. Возьми кредит еще раз. Возьми кредит на покупку автомобиля. А, да? Так у меня тоже висит одна. Только прям там процент не очень выгодный, поэтому я так... 9. Да, 9. У меня тоже там. Это на 5 лет. Че, может, еще одну машину возьмем? А ты сможешь идти на, за такие деньги автомобиль? Ну. Нормальный. Да, сейчас уже, кстати, вот вы знаете, на машине сколько сейчас стоит вообще? Я смотрела, подобные машинки Рио продают сейчас. Там вот мужчина, который, кстати, тоже нам продавал. Не тот, который вот нам помогал, наш подписчик Володя, а другой. Он тоже продает вот машину. То есть ну, вот, через него как бы купили. Подпуск. Да. И сейчас скажу, сколько стоит. Как здорово, здесь никого нет. Да, может быть, он там через CarPrice ищет, что-то такое. В общем, тоже Kia Rio, тоже хэтчбэк. А, стоит 1 420 000. Прикиньте. Кстати, тоже 2014 года, правда, у меня там пробег 89. А у нас сколько? 93 500 был, когда мы покупали. То есть, ну, вообще, то есть практически идентично. Тоже хэтчбэк, тоже автомат, тоже там подогрев, все дела. 1 420 000. Можете представить? Я просто в шоке. То есть примерно наши плюс-минус только же стоит. Мы 1 300 000 он точно потянем. То есть мы, считаете, как это, увеличили стоимость своей машины. Ну, не увеличили, а, так сказать, удачное вложение. Что там нашел, что? Не знаю, что это. Что, опять у них работать? Потыкай его, что там есть. У них плохо приложение стало работать. Ну, не знаю. Так что вот, из-за того, что доллар вырос, цены просто вот вообще, они просто бьют все рекорды. Вот, я прямо говорю, я прям успела. О, есть, да? Ой, сейчас буду. Не, а тут не все. Ну-ка назад. Ну ладно, давай тогда вот это вот. Кассу. Кокос. Какой шоколадный. Чистый? Не. И вот это. Кокос в шоколаде. Мне кокос. Ты что? Да, мне кокос. Да. Мне в такой кокос. Все, а 44? А подожди, это дополнительно что-то добавляется? Да. А, тогда не надо. Все. Корзину добавляй. Ну и не знаю, что-нибудь еще, наверное. Вкусненько. А ты что будешь? Мясное? Мясистое? Ну, в общем, бери, что хочешь. У меня только мороженое хватит. Байц? Ну, давай байц. Ну, только среднее возьми. Я, может, одну штучку у тебя дёрну. И какой-нибудь один напиток, наверное, на двоих. Потому что я большой не выпью. Что-нибудь поменьше. О, видишь, мороженое появилось. А вот не было вчера. Кто там орал, верещал, что ой, наша машина столько не стоит, она там намного дешевле, там по 600 тысяч, там ля-ля тополя. Да, наша машина столько не стоит, она стоит уже намного дороже. Если я захочу, например, ее продать, может быть, с разрешения там банка или еще что-то, вот, то я ее просто продам дороже, еще на этом еще и заработаю. Так, вот. Так что, как говорится, удачно вложить деньги, даже вот при условии, что... покупаешь, это очень вкусно. Попробуем, что тут вкусно. Кокос и что-то там еще. Шоколад. Мой шоколадный заяц, мой ласковый мерзавец, мой сладкий нацистов. И губ твоих касаясь, я таю так легко. О-о-о. Холодно, пока. Я узнала, сколько стоит подобная Kia Rio. Они, по сути, одинаковые машины. Kia Rio, Hyundai Solaris. Обе, кстати, хэтчбэк. Обе автоматы. Оба 1.6, 123 лошадки. Там всякие там подогревы сидений, руля и прочие херни. Одинаковые. Одинаковые? Разная. Ну, чем она разная? Чем она не разная? Такая же. На CarPrice она уберет, да? А я слышала, есть какие-то как аукционы, что ли? А вот как раз устраивает. Я знаю, Женя Кривенко, когда уезжал в Дубай, он машину продавал так. Типа, по-моему, тоже как раз CarPrice, что-то такое.
ты можешь приехать ее сдать, а там просто... За нее поборются, да? Выходные происходят онлайн этим. Торгем. Вот, и там это... Не, ну подожди, упадет. Одно дело, что надо ее посмотреть, надо предварительно, нет? Там вхож, кто выставил, все выкладывает всю информацию по машине. Ну, знаешь, не всегда информация соответствует содержанию. Вспомни, как мы приезжали в этот торговый центр Рио, помнишь? И что в итоге? Не там такого нет. Прям конфетка. Вот это говно машина оказалась. Там, когда берут машину, не контрайсы, не выглядят по поводу. Так. Вовке таскают курочку. Если она из такси, то ее никто не будет вкладывать. А смысл, если они купят? Аукцион. Может быть. Не смысл. Аукцион это вправит. Аукцион вправит, как нам машину купить в отличном состоянии. А вообще этот машин, кстати, очень много продают этих машин. У меня прям куча положительных отзывов. Но опять же, вторюсь, это вот не те ребята, к которым мы ездили в Иваново. Там тоже мужчина из Иваново, но другой. Володя с Ириной нам просто помогли. Выступили посредниками. И гарантами. Ну что это дела? Ну что считаете, когда твое имущество дорожает, можно считать, что ты заработал. А что можно сказать, что я буквально за 3 месяца заработал 300 тысяч минимум. С условием того, что... Ну, даже то, что вот мы там немножечко ее там чуть поцарапали, там порог и чуть там это... Это все фигня, это все делается там копейки. Вот. А то, что мы там все поменяли, все прогнали, резину поменяли, новую абсолютно поставили. Сделали там чехлы и прочую фигню, понимаете? Вот, мы ее просто увеличили стоимость. Скажу, вот так легко я заработала 300 тысяч. Учиться. Просто нужно вовремя не побояться и вложиться. Давай. А мы не боимся ничего. Мы ничего не боимся. Пусть и в кредит, но кредит у меня зафиксирован. Вкус сразу. Прикласс? А я буду кушать мороженку. Ну, пойдем же. Кого? Базу верни. Забирай. Попробуй, кстати, прикольно. Нам кокосовые трубки ты не очень любишь. Ну и шоколад. Ну это обычное, знаешь, как вот в милкшейке они добавляют в это мороженое. Точно так же они просто сверху вот этот вот шоколадный топпинг и кокосовую стружку и все. Я хотела вот этот с брауни у них, а видишь, нету. Еще какой-то клубничный там в этом он есть. Не, я тебе говорю, это точно один в один. Это вон еще, видишь, у них это. Все, давай. Я тебе вернула. Все, присосался к мороженке. Ах, ты не охренел, что ли? Ты охренел вообще. Короче, человек. Кстати, если кредит раньше закрыть, то я могу вернуть деньги за страховку. И, соответственно, там переплата будет небольшая. А то если ее продавать, например, с разрешения банка. Я читала статьи. Сейчас очень часто банки разрешают продавать, чтобы закрывать кредит. Если вдруг там какие-то проблемы у человека там с выплатой или еще что-то. Или как у меня там, знаете, писали, что ой, ты влезла в долги, как ты будешь отдавать, там туда-сюда. Машина же на стоит денег. Продал и деньги вернулся. А при слове, что она дорожает, мы еще и в плюсе остались. Я говорю, я в шоке, когда увидела цену на вот этот QRU. Нифига себе, нормально, мы так прибарахлились. 300 тысяч. 300 тысяч. 300 тысяч. 300 тысяч зарабатывает.
Жизнь везде пробьется. Вот смотрите, магазин. Вот. И смотрите, закусь, да. Чего? О, магазин. Магазин, пивома, закусь. Смотрите, видите, помидорка. Откуда она вообще? Свежая закуска. Слушай, это получается из-под плитки она пробилась. Да. А ты, ой. Не, я эту палочку, я не саму помидорку. Вообще. Так она прям вот уже с помидоркой, ты понимаете? Это вообще, да. Просто прям вау. Видите, видите, помидорка. Вот так. В общем, вот так. Жизнь, она, кажется, везде пробьется. В общем, всем всего хорошего. Увидимся на Чукотке. Пока-пока. Обязательно заходите в Мукбанк. Вкусняшку купили.